Дочь Марии в этом году идет в первый класс в 113-ю школу. Врачи диагностировали у нее ДЦП. По словам мамы, Алена к началу учебного процесса полностью готова. Уже умеет писать, читать и читать. К тому же несколько раз в неделю занимается с репетитором. Уже готово. Все закуплено. Вещи, тетрадки, учебники. В первый класс мы идем подготовлены. В начале встречи ребята и их родители нарисовали цветными мелками на площадке перед дворцом планету знаний. После художественной части в актовом зале прошел праздничный концерт, где выступил танцевальный коллектив «Искорки» с красочными номерами. Подобные праздники, как отмечают специалисты, помогают в адаптации и реабилитации детей через творчество. Мы очень хотим, чтобы после сегодняшней нашей встречи все дети ушли и с хорошим настроением, и с желанием учиться и получать знания. Каждый будущий первоклассник в конце праздника получил полезные подарки. Конструктор и подарочный сертификат на покупку школьных принадлежностей. В организации встречи приняли участие члены Общественной палаты Самарской области. Светлана Тимофеева, Ксения Баканова, Константин Головин. События.